Привет, народ! Чудесный весенний денек, 7 марта, и я сегодня буду открывать поплавочный сезон. Зима уже надоела до ужаса. Очень рад сезону открытой воды. Погнали! Ну, погнали! Первые забросы. Ощущения, конечно, непередаваемые. Когда открываешь сезон после долгой зимы, увидеть на воде поплавок – это кайф. Речка, конечно, сейчас пока еще мелкая, она только скрылась. Ну вот, пойдет немножко талая вода, и плотва должна стать активней. Ловить сегодня буду на опарыша. Мотыля не нашел, хотел на мотыля, но мотыля не нашел. Будем пытаться соблазнить ее опарышем. Речка скрылась еще далеко не вся. Скрылись в основном бастрины. А более-менее глубокие места пока еще закрыты. Сегодня я ставлю перед собой две задачи. Первая – испытать новое удилище, новую баллоночку 6 метров. Ну и второе, просто кайфануть, открыть сезон поплавка, увидеть поплавок. А будет улов или не будет, это уже вторично, значения не имеет. По крайней мере, сегодня точно. Я доволен уже тем, что удалось выбраться на открытую воду. На этой речке обычно клевать начинает, когда талая вода начинает идти. Вода чуть приподнимается, но половодья еще нет. Вот тогда плотва активничает. Ну, бывали годы, что и по такой погоде. Также в марте я находил здесь плотву, но в это время она стоит под самой кромкой льда. Если удастся найти стайку, тогда она берет. Но сейчас, пока река еще мелкая, воды талой нет. И рыбы не видно. Ну, будем пробовать, будем искать. Сменил точку, здесь немножко поглубже, где-то в районе метра. Видел одну поклевку, о, вторая, но не хочет. Мотыля нет, плохо, что нет мотыля. В это время она лучше здесь клюет на мотыля. Проверен уже годами. Но, тем не менее, хоть какие-то тычки увидел. Это уже классно для открытия сезона. Здесь еще половина речки во льду. Еще рановато. Вот после 8 числа дожди обещают. Весь лед сойдет. Тогда она должна расшевелиться немножко.
А сейчас пока просто получаем удовольствие. Я доволен, несмотря на то, что и поклевок особо нет. Я очень доволен. Вон ямки еще все закрыты льдом. Ждем первых признаков половодья. Погодка сегодня просто кайф. Сейчас еще попробую на полудонку половить. Проводка особо не хочет, было две поклевки. И все, попробую на полудонку. Все, народ, буду собираться домой. Рыбалка состоялась, даже несколько поклевок увидел. Теперь надо ждать легкого подъема воды и полноценно рыбачить. Всем пока и до новых встреч!